Хейоу, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем прохождение Титан Квест. Отправимся дальше в Афину, но сначала мне надо... А, левел я прокачал? А, я что-то думал, я левел не прокачал. Ну, погнали. Даже обидно как-то. Так, что тут? А вот и Афины, да? Классно. Ух, какой вепрь. А, вот оно что. Тут не пройти. Да не похоже это на столицу. Нужно больше энергии. Столица должна соответствовать своему названию. Столица. Иди-ка сюда, чародей. Взяли всех, оглушили. Ой, я же без этого бегал. А там, походу, что-то попадало. Груд костей пропустил. Да и хер бы с ним. Так, а что там сущность Геракла я подобрал сейчас? А, нет, гекаты. Даже не почувствовал врагов. О! Он штандарт поставил. Прям как я. Чё тут ниже? А это что? А, все, спартанский разведчик. Тупик. Ну что, будет какой-то супербосс тут, не? Да хорош меня глушить, вы свиньи тупые. Пумбы. Куда собрался? Подскочил и не ударил. И КД пошло. Ну, скилл в КД ушел. Да ладно, штандарт опять. Давай я свой поставлю. Да ты задолбал тут свой рог, на. Лича не бить. Ночь наступила. Какие-то пустыри. Да ладно, я его на удар вынес. Ага, тут уже наши. Значит, кто-то тут еще бороться в состоянии.
Самый сильный враг, наверное. Которого не убить. А, вот это уже похоже на столицу. Ну, пойдемте. Не может быть. Сколько воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я уверен, тебе тоже есть о чем рассказать. Леонид, ты уже тут? А, это опять ты. Тебе удалось выжить. Я полагал, что мы, спартанцы, сами справимся с этим кошмаром. Каким же я был глупцом. Из гордости я отказался от помощи, и народ Спарты понес огромные потери. Солдат умеет только сражаться, но я должен быть не просто солдатом. Я должен быть воином и уметь сдерживать гордыню. Несомненно, Спарта должна объединиться со всей Грецией, если мы хотим, чтобы у нас появился хоть какой-то шанс победить этих чудовищ. Я не очень-то разобрался в предсказании Оракула, но твои подвиги на Парнасе достойны того, чтобы о них сложили песнь. Телхин, о котором ты говоришь, возглавляет эту армию. Во время сражения он внезапно исчез, и мы смогли отбить атаку чудовищ. Мне докладывали о каких-то стычках в самом городе, но у меня нет свободных людей. Ты можешь помочь разобраться с этим делом? Конечно. Награда: восстановление жизни и энергии. Основное задание. Так, давайте вот тут сначала добьем всех тогда. Раз уж мне в город бежать. А тут никого и не осталось, да? Остались. Мальца еще осталось врагов. Все, да? Нет. Ой, у меня бафов опять нету. Ну вот теперь все. О, через камень пробежал. Ничего себе. Так, ну погнали. А, нет, туда дальше не пройти. Погнали в город. Новый квест. Где портал? Портал внутри. Сохранение. Афины. О, муза, позволь я расскажу о том, как родился Гермес, сын горной нимфы Майи и Зевса. Бастард. И нет никого быстрее Гермеса, но на ногах у него крылатые сандалии, и он покровительствует путешественникам, скотоводам и ворам. Когда Майя родила его в пещере у горы Келены, она взяла его на руки и заснула. Младенец Гермес увидел, что она спит, выбрался из объятий и убежал в Фессалию. Он нашел пастбище, на котором паслись священные коровы Аполлона, и увел несколько штук и хорошенько их спрятал. Одну он убил и из ее жил и пустого черепашьего панциря изготовил первую лиру. Затем быстроногий бог вернулся к матери, но явился разъяренный Аполлон и обвинил Гермеса в краже. Тогда младенец Гермес взял лиру и начал играть. Мелодичные звуки очаровали Аполлона, бога музыки и света, и гнев его остыл. Аполлон увидел лиру, и она ему так понравилась, что он предложил Гермесу оставить себе коров в обмен на этот музыкальный инструмент. Это было первое, но далеко не последнее плутовство Гермеса, которое сошло ему с рук. Вот такая интересная история. Так, скиллы мне не надо скидывать, мне все в порядке. Хотя не все так считают. Кир сошел с ума от страха, но то, что он говорит, похоже на правду. Чудовища, призванные темной силой, пробрались под Акрополь. Нам приходится пробиваться с боем. Ага. Умоляю тебя, помоги нам. Нашего предводителя окружили чудовища в катакомбах под Акрополем.
Если он погибнет, та же судьба может постичь весь мир. Пожалуйста, спустись вниз под Парфенон и спаси его поскорее. Окей. Я очень хотел бы знать, почему они пришли сюда, к Афинам, из-за нашего богатства. Здравствуй. У меня лучшие товары в Афинах. Лучше ты ни у кого не найдешь. Весь хлам сбагриваем. Вот так, вот это тоже я сбагриваю. Все. Прощай. Так, что здесь еще есть? Лучше всего человеческая природа проявляется в момент опасности. Да что это... вы... Это неинтересно. Я понимаю, интересную историю рассказал бы, а это... Хрень какую-то несет. Так, что вот тут? О! Фига, тут скелетики. Ай, хламушку взял. Но мне же не сюда надо. Не, а что они тут тусят вообще? Хм, просто тусят здесь. Так, глянем, что с этой стороны. Ребенок. Какой-то он страшный. На беса какого-то похож. Что ты хочешь мне отдать? Так, булава тут есть, да? Такую булаву, наверное, можно продавать. Шанс оглушения, конечно, классная вещь. Уровень 18. Не, шанс оглушения — это классная вещь. Ладно, пока оставляем. Кольцо вот вряд ли мне, наверное, понадобится. Пусть Афина укажет тебе дорогу. Так, я так понял, мне сюда, да. Где торгаш? Рад тебя видеть. Пусть Афина защитит. Так, погоди. Нужно больше Страсть. Энергии. Вот это тоже забирай. Пусть Афина защитит тебя. Ну, погнали. Пуститься, найти лидера. Девятый опять. Гад, тут замесы. Царь. Ха. Обычный, даже не элитный. Гаргоны опять эти. Так, вот акрополь. Хочу сложного босса. Но он мне не попадается. Малые даже можно не подбирать, наверное. Чё, я их все равно продаю. Просто так инвентарь забивают. И чё? Куда дальше-то? Тут закрыто. А, во. И это пока все легко. А вот сюда мне и надо. Ну кого они тут окружили, хотят убить? Разрушили афинские катакомбы, уровень А1. Сохранение. Фальката террора, это у нас маленький меч. Кража жизни. Сейчас посмотрим.
может, вообще есть смысл убрать булаву? Так. 15-20, 17 здоровья, 10 шанс оглушения. Ну, кстати, тут скорость-то быстрая. Против боссов-то это отлично зайдет. Ловушки. Ну и как же он сюда через них, через всех прошел? Семнадцатый, вот, уже нормальные враги, их и подольше бить. Хлам. Да так, вон его на второй уровень. По башке просто кувалдой. Опять эти гребаные механизмы. Только теперь ледяные. Изи. Так-то, если у меня есть такое оглушение и одеть два оружия на оглушение, вот это будет, наверное, класс. Можно просто попробовать. Но у меня молот на оглушение, он в этом. 20% шанс на оглушение, да офигеть. И оглушение еще на 3 секунды. Здорово, сестренки. Че тут стоим-то? Фига не тут огня. Лича убили. Так, на нижний ярус. А где это? Я же видел где-то. Мимо пробежал. Так, уровень 2. Что это вот такое? Алтарь опыта. Слушайте, сразу до него добежать. А потом зачистить, правильно? И куда он делся? Вот тут он был? А, не. Надо бы хотя бы гробницы открывать было. Ой, да ладно, там еще, мне кажется, третий уровень будет. Слишком долго это. Я думал, он рядышком где-то. Вернемся. Дальше не побегу.
Ну-ка. Давно синих предметов не падало. Очень давно. Одни ловушки. Богатый сундук. Мантия. Опять хлам один. А вот и алтарь опыта. О! Чуть-чуть пожалуешься, и сразу он выпал. И это оружие, если я не ошибаюсь. Это копье. Медленная скорость атаки. Нифига у него там урона всякого разного. 9.15 от кровотечения в течение 3 секунд. 9.15 от обжигающего холода. 4.10 урона от холода. 10% шанс на 4 секунды заморозки. 8 сопротивления кровотечению. 8 сопротивления холоду. 2 очков к умению потрошения. Что такое потрошение? Но у меня такого, по-моему, нету. Буйство. Да, такого нету. Да я даже не знаю, ну блин, это дерьмо. Ты не можешь поднять больше. Ты не можешь поднять больше. Да ладно. Все, я могу. Ведь все же могу. Вот и все. Так, где в нижней? Ой, я там гробница пробил. Да пофиг. Вон, еще ниже можно. Опять золотого руна. Куча хлама. Ловушку, кстати, тоже слышно. Здесь тоже ловушка. Инвентарь полон. Да понял, я понял. Сейчас ТПшнусь домой. В город. Так, гоу тогда в город. Скелеты что, тут появляются, что ли? А, поставил я себе во второй слот на оглушение. Сейчас посмотрим, как это будет работать. 20% оглушения. Наги там появились тоже. Так, берем алтарь опыта. Не, сейчас пока не на оглушение, сейчас эти поставлю свои. Все, побежали, побежали, побежали. Третий уровень афинских катакомб. Сохранение. Оно тут не просто так. Это что такое? Что за баги? Мне их сейчас просто побыстрее надо всех уничтожить. Еще ниже, четвертый уровень. А ну все, опыт почти закончился. В никуда. Я особо ничего не набрал. За это вообще опыт идет? Да. О. А, уже нету. Теперь собирать хлам. Ну возьми. Ага, по кругу пробежал.
Да, если бы не собирать хлам, я бы уже, наверное, далеко ушел. Но я просто не знаю, что будет дальше. Мне сказали, надо много денег. И обязательно собирать все это продавать. Иначе, типа, не пройдешь. Так, все, можно дальше бежать. Энергетическое, это хорошо. Хрен с ним, что там пару гробниц пропустил, я думаю, ничего страшного. Так, он будет 4. Опа, настроили. Ловушка. Так, тут надо мне этот штандарт ставить. Здесь какие-то агрессивные персонажи. Обратно вернулся? Ага. Так, что еще ниже? Да, 5-й уровень. Так, магов сначала, все, остальные бесполезны. Урона особо не наносят. Ловушка. Еще одна. Я не знаю, если у меня синие предметы, стоит ли мне вообще засматриваться на желтые? Я просто не смотрю даже на них. Так. Давайте-ка все обыщем. Походу, наш товарищ стал мертвяком. А. Тут не пройти. Ладно. Ну вот и босс. Это уже интересно. Берем оружие на оглушение. Нет, берем обратно. У меня там не стоят эти скиллы. Так, что происходит, я не пойму. Надо же его бить. А мы кого бьем? Но на боссов оглушение работает. Это уже хорошо. Силен. Вы скоты. Не бесите. Сильный, но недостаточно. Опять кровавый камень. Третий уже. Федор. А его фармить, интересно, можно? Ты не можешь это нести. И щит. Ну, спасибо. Кольцо, блин. Где оно? 10 сопротивления проникающему урону. 12 защита от кражи жизни. 15.39, 3 секунды. 24 кражи жизни. И 52% время действия. Ну, здесь чуть-чуть больше проникающего урона, чем у... вот этого, да? Да. Ну и пусть так будет. Капец. Дерьмо опять выпало.
тут особо я сейчас ничего не сделаю. Инвентарь полон. Ну что-то же я подобрал. Так, бэк. Чё за щит? Давайте глянем. Сопротивление огню, сопротивление яду, 90 единиц жизни, 25 восстановления жизни, скорость перемещения, минус 12% расхода энергии. Щит тут так вообще крутой. Если все же я перейду на щит, то он мне пригодится. Я его пока уберу в сундук. Вернулись. Собираем оставшийся хлам. Но его неудобно фармить. Он здесь внизу. До сюда пока добежишь, а ближайшее сохранение там. Хотя почему неудобно? Наверное, удобно. Сокровичный воин, ты не просто спас мне жизнь. Ты совершил нечто большее. Я возглавляю Орден Прометея в Афинах. Наш Орден издревле поддерживает порядок в мире людей. То, о чем ты знаешь, это правда. Армию чудовищ возглавляет могущественное существо, Малый Титан. Они известны как Телхины. Титаны — это древние боги, гораздо более древние, чем Зевс и его семья. Когда-то они правили миром, и все им поклонялись. В конце концов, молодые боги создали людей и наделили их разумом. Люди не доверяли титанам, и те решили их уничтожить. Но боги воспротивились этому, и началась война. Казалось, что титаны побеждают, но несколько отважных героев пришли на помощь богам. Вместе они изгнали титанов в Нижний мир. Мы полагали, что все телхины тоже были изгнаны, но оказывается, мы ошибались. Сейчас телхин отправился в Кнос на остров Крит. Мы опасаемся, что он собирается уничтожить древний артефакт, который мы охраняли множество столетий. Артефакт помогает нам поддерживать связь с богами. Страшно сказать, что может случиться, если он будет уничтожен. Я молю тебя остановить Телхина. Иди в район доков и найди там нашего человека. Он поможет тебе попасть на Крит. Торопись. В твоих руках судьба целого мира. Ну нифига, теперь в моих руках судьба целого мира. И чё? А чё вы тут стоите? Это вот это он мне дал? А, чё они тут тусят-то? Я хочу попробовать его ещё раз убить. Сейчас сохраним. Уровень 3. Вот на уровне 3 я сохранился. Так, призываем. Вот, и я себе поставил эти. Теперь можно... Ну, на оглушение, в общем, выставил все скиллы. Можно попробовать глушить сейчас его. Так, уровень 4. Здесь у нас герой, которого, возможно, не будет... Да, теперь его тут нету. Все, гоу. А, вот он, да? Не. Тогда гоу. Пятый уровень. Должен он резаться. Недостаточно энергии. Какая тут эпичная музыка играет. Ну, здесь очень мало шансов, что тут что-то синее выпадет, а там много. Вот, собственно, щит, он достаточно хороший. Плюс же тут же сета есть. Кстати, фиолетовый, да, вон он. Так, ставим оружие на оглушение. Я готов? Как никогда. Поехали.
А ну стоять. Ну жахни ты оглушением, ставь штандарт, все. Уклонение. Фига там урон 400 прилетел. Не, он не глушится так. Не глушится. Значит, вот этот горн, он на боссов работает. А эта хрень не работает. Ну и нафиг тогда они мне нужны. Ты не можешь поднять больше. Полон. Да как полон? Ты только что же чистил. Потому что все разложилось, как хрен знает что. Копье это дебильное. Ты не можешь нести больше. Посох этот дебильный. Рунный посох, еще один. Так, что-то синее выпало. Во. У меня некромант, это оракула. 25 урона молнии, восстановление энергии, 12 скорости перемещения. Одежды оракула. Да хрень. Сразу продавать. Блин, хоть что-нибудь на себя-то выбить. Правда, у меня и так все синее. Ну вот, кроме одного оружия. Давайте-ка, наверное, его еще раз сейчас бомбанем. Либо я просто потом его пофармлю. В общем, убил гаденыша 5 раз. Больше мне синих предметов с него не выпало. Ну и пофиг. Товары в Афинах. Лучше ты ни у кого не найдешь. Сколько можно уже фармить? Так, покров вечной ночи есть у меня такая, нет? Ой, ой-ой! Вроде неплохая. 5 защиты, 5 силы. Хрень. Пора зельки закупить. Средняя. Ну вот, почти 1.5 ляма, да? Сейчас как раз крит пройдем, и будет 1.5 ляма. То, что нужно. Пусть Афина защитит тебя. Так, что там на него надо? 10 урона, 21 от яда, 40 единиц кражи энергии в течение 2 секунд. Кража энергии неплохо. 10 единиц проникающего урона, 20 сопротивления урон здоровью, 25 сопротивления оглушению, 60 жизни, 10 скорости атаки. А не лучше ли они будут моего? Здесь кража жизни, наступательная способность. Малый артефакт. Так, а что тут надо? Сущность героизма Ахиллеса. Клык летучей мыши и бурдюк яда. Кто эти? Так у меня такой же был. Тебе нужен караван, да? Покров вечной ночи. Нет. У меня был вот этот. Призрачный. Вот этот можно продать. Фигня же. От молний тоже продать. А, вот такой я хотел создать. Наступательная способность энергии и сопротивление яду тоже можно продать. А, вот какой я хотел. 24 урона от яда. Сопротивление оглушению. Так, сущность героизма Ахиллеса. Клык летучей мыши был где-то. Я его куда-то вставлял, да, по-моему? Но я могу сделать себе еще. Полумесяца Гекаты. Ахиллеса нету. А чё третье? Бурдюк яда. Тоже нету. Не хватает одного яда. Там же реликвии все готовы. Вот это уже третье, по-моему. Восстановление энергии, кража энергии. В кольцо, амулет. Нагрудную броню. Минус 15% расхода энергии. 11 интеллекта. 30 единиц кражи жизни в течение 3 секунд. 33 замедления скорости атаки на 3 секунды. Ага,
Еще один перегруженный путешественник. Одиннадцать интеллекта, сопротивление огню, сопротивление холоду. Чусь, куда их коллекционировать? Нагрудную броню. Блин, у меня синяя, извините. Ужас какой. Прощай. Где у вас порт? Где-то должен открыться проход в порт. Добро пожаловать. До свидания. До свидания. Нет. Лучше всего... А где у них порт-то? Тоже нет. Да вы бесите меня. А, может мне с этим поговорить? С Леней? А, и Лени нету. Кир сошел с ума от страха. Либо вон там открылось, и я могу пройти дальше. Долбаные крысы. Порт. Нужно больше энергии. А, да ладно. Ага, конечно, 10 раз. Да ну жесть. Где ваш порт? А он не сказал, в каком городе? Может, в другом городе? Так, квесты. Встретиться с агентом Ордена Прометея в афинских доках. Найти и защитить артефакты в Кносе. Загадочно. Прометея в афинских. Нет, Афины. Это Афины. А где доки? Скучали? Но море я слышу. Нужно больше энергии. Так, значит, Акрополь мне не нужен. Тут что? Да походу вот с этой стороны. О, жопа какая. Так, ну я думаю, что? Буду бегать искать этот порт. И продолжим прохождение. Тогда уже, ребята, в следующей серии. А если понравилось видео, поддержите лайком. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.